Объявлена большая охота на зомби за призы. Место проведения – полицейский участок. Средства истребления зомби – любые. В этом видео я расскажу тебе поподробней про ивент от разработчиков и как в нем поучаствовать. Погнали! Всем огромный привет! С вами Харди, и мы продолжаем выживать в Last Day. Ивент, событие, как хочешь называй, от разработчиков уже стартанул. Объявляем большую охоту на зомби за призы, так и написано. Место проведения охот, полицейский участок. Время до 13 мая включительно. Средства любые, ну чем ты будешь кожеедиков изводить. И вот подробная инструкция. Отправляйся в полицейский участок и зачищайте волны. Заполняйте форму по ссылке и прикрепляйте скриншот со своей лучшей попыткой. Не более 1 метра. Ссылочка на форму, конечно же, она в описании. 14 мая мы наградим 10 самых удачливых истребителей зомби. Ну то есть... Рандомом из всех участников будут выбираться победители. Шанс есть у всех. От каждого участника принимается только 1 попытка. Удачи в охоте. Все очень просто. Нам надо изводить кожеедиков в полицейском участке. Ну и соответственно заскринить нашего персонажа с циферкой волны. Ну да, копье это так себе. Но если хочешь... Можешь даже поучаствовать в этом событии, используя банальное копье, ёлы-палы. На мне комплект рабочего. И вяленое мясо для лечения. В общем, тем самым я хотел показать, что поучаствовать может любой новичок. Разблокировать главный полицейский участок. Не знаешь как? Можешь найти этот видосик в плейлисте «Новичок Last Day 2024». Неплохо, да? Неплохо мы справляемся с копья. Уже 2 волны. Ёл-палы, поехали дальше. Ну вот банально 3 волны, да? Как нефиг делать. Конечно, не приходи сюда с копьем. О чем тут речь вообще? Возьми что-нибудь поинтересней. Это все-таки ПУ, ёл-пала. Ой, вот этот бронированный против копья, это, конечно, нечто. Ха-ха-ха, блин, 5 урона. Серьезно, мужчина. Капец, как ты меня достал. До свидания, мужчина, до свидания. В общем, участвуют все. Лучший вариант, это гранатомет, конечно же, и... Гранаты волшебные. Давай праздничную гранату им подарим. Держите, ребята. С какого левела начинать кидать гранаты? Я тебе рекомендую, начиная с 5-6 волны. Вот это сейчас было чуть-чуть рано, да? Почему? Всего 3 кожеедика. А вот 5-я волна уже прям хорошо. Смотри. О! Ой, вообще нормалды, да? Чё, серьезно что ли? Синяя карта! Синяя карта это есть хорошо. Синяя карта не может быть плохо. Ну а можно вообще ни черта не делать. Просто стоять и красавчик дрон всех накажет. В общем, все средства хороши. И да, он умеет кидать гранаты. Ха! Оу! Мужчина на ка... наказывай. Ну а если вдруг тебя кто-то или что-то отвлечет, не проблема. Просто выходим из игры, и когда ты назад зайдешь в игру, ты здесь же и будешь находиться в полицейском участке. Оп, заходим. И вот мы находимся именно здесь. Так, ну чё, давай пройдем еще хотя бы парочку волн. Полицейский участок против СВД. Хо-хо-хо! Ну, хорошо, да? Хорошо. Ой, блин, это был крит. А это обычный выстрел. Ха-ха-ха, блин. Очень жесткая штука. И да, она еще далека от идеала. Ее можно сделать еще круче. Прицел нужно поменять. Ручку поменять. И че? И капец.
хорошо разлетаются. А можно и дрончиком, да? Вот, блин. Ну, как бы так, да? То есть дрончику надо... Если ты будешь с дроном, короче, убегать надо. Иначе броню прям хорошо ломают. Оп, 63, да? Оп, 63. Хорошо отнимает, хорошо. Молодец. 8 волн, 2 синие карты. Мне прет. Прет и очень жестко. Вот этот дробовичок рекомендую. Очень хорош. Дробовик в связке с гранатой. Но если у тебя есть картечь. Вот так стреляем, потом кидаем гранату, да, и пошла жара. Ну да, если у тебя есть такая СВД, в принципе, тебе вообще ничего не надо. Блин, просто стреляем и стреляем. Самый быстрый способ, это, конечно, мины. Просто берем мину, устанавливаем ее посерединке вот этих чудных ворот. Вот так, отходим, и все пацаны отлетают, ты даже их не увидишь. Иногда бывает сбой, да, и она не затронет мина там всех. Добиваем остатки, готов был. В общем, как ты понял, все средства хороши. Что делаем дальше? Проходим максимальное количество волн, которые ты будешь проходить. Сможешь две, проходи две. А вдруг повезет и ты выиграешь. Делаем скриншотик. Чик! И заполняем форму. Ваш игровой никнейм. Харди. Ваш игровой ID. Можно найти, если тапнуть по названию сервера на экране настроек. Где здесь название сервера? Нету никакого названия сервера, потому что вот сюда надо нажать. Шестеренка. Это и есть настройки. Где здесь у нас название сервера? Сервер EU. Вот я на него тапаю, ни черта не происходит, потому что вон скопировать U и D. Вот оно. Вставить. И вот посмотри, как красиво вставился номер. Это мое ID и есть. Ваш регион проживания. Соответственно, да? Какой у тебя регион проживания? Такой и пиши. У меня регион проживания Россия. Скриншот с результатом испытания. Никнейм на скриншоте должен быть идентичным, указанным в первом вопросе. Ну, естественно. Нажимаем сюда, и здесь надо нажать «Обзор», чтобы на твоем устройстве найти этот скрин. Все, отправить. Вот такое окошко должно появиться. Большая охота, полицейский участок. Ответ записан. Теперь мы с тобой полноценные участники Ялпалы. Друзья, ну а с вами был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот небольшой видосик. Конечно же, удачи тебе в этом ивенте. Ты еще не со мной? А почему? Почему? Видосы как выходили, так и продолжают выходить каждый день. Подписывайся на канал на Ютубе, на Рутубе, Яндекс.Зен и ВК. Смотри там, где тебе удобно. А еще каждый день проходят стримы на площадках ВК Плей и Ютуб. Ну и конечно же, не забывай про наш Телеграм-канал. Живое общение 24 часа в сутки. Активный чат. Будет скучно? Заходи. А еще регулярные анонсы всех роликов, розыгрышей, стримов, новости по играм, в которые мы играем. В общем, ничего не пропустишь. Удачи тебе в этом ивентике. Пока-пока.